называются? Активистское поле.
расскажешь об подозрительных предметах, сообщи этим ученикам. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – беговая. The next station is Bigamaya.
Станция Китай-город. The next station is Китай-город. Уважаемые пассажиры.
открываются. Следующая станция Кузьминки.
чтобы быстрее ответила. Надеюсь. А то сейчас опять в подземку идем. Не, пока на улице. Пока что, а то сейчас уйдет нам просто. Связь ловит, да? Конечно, мы же над землей. Фу, блин, на земле. Алло. Привет, Чен. Слушай, я тебя спросить хотел. Можно мы сейчас прокатимся до Выкина? Нет. Нет, можно? Тихо-тихо. Нет, можно мы потом поедем на Выковскую и испытаем один особенный трамвай? Серьезно? Понятно. Ну ладно, если гроза начнется, как раз она начнется сразу домой. Окей? Хорошо, договорились. Все нормально? Нет. Хорошо. У меня тоже все прекрасно. Вот гуляем вместе. Ладно, пока. Фу. Разрешила. Хорошо. Фух, разрешила. А потом у тебя нет клип сделаю. Хотели клип? Про этот поезд. На обратный поезд я уже делал, теперь до Ростова поезда. ДМ. Потом на МСК доедем до Выковска, и там испытаем ЛМ-ушки. Может, до Коптева? Потому что от Выковска там еще идти пешком. Ну давай до Коптева, что ли? Что? На МСК, давай. Нет, давай же до Выковской. Тьфу, блин, до Балтийской. На МСК, до Балтийской. Давай. Так говоришь, как будто это Выковская тоже МСК, хотя... Ой. Балтийская. МСК там Балтийская. Балтийская. О, смотри, электричка едет. А уже там Москва едет. О, смотри, электричка едет. Вижу. Вон она. Вижу.
Потом на МСК до Балтийской, там испытаем трамвай. Я уже об этом договариваюсь, я. От Волгоградского проспекта, давай. А Угрешская МСК, Балтийская МСК? Угрешская, да. От Угрешской до Балтийской, согласен? Хорошо. Давай. Я как раз планировал. Давай, так и конечная. Уже. Вот у нас Холк проспекта, если я клип сделаю. Откуда? Долгорского проспекта? Ну, помнишь, как я снимал парадный? Как тут парадный? Как парадный я снимал. Помню. Салон. Да, помню. Снаружи поезда на улице. Да, потом помню. Как уезжает. Кстати, что-то я парадного как-то сегодня не видел. Странно, что-то мы парадного поезда так и не встретили сейчас. А может, он тоже был в тоннеле, пока мы ехали?
сейчас они пройдут.